Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Так, ну что, вы видите, мой персонаж пока строчит из пулемета, потому что я купил только что себе автовыстрел. Так, что у нас тут? Да ничего вроде новенького нету, сенсоры, это все как полагается. Так, у нас готов выйти босс. Мы можем его призвать. Но я хочу кое-что глянуть. Во-первых, нам нужно с тобой купить постройку. 50 тысяч накопить нужно, да? 50 тысяч, мы с тобой сейчас еще немножко повоюем и, я думаю, насобираем. Так, вызовем босса, пожалуй-ка. Я хочу просто глянуть, какой. Опа! Смотри, здесь немножко уже другой зомбарь. Не такой, как был раньше у нас. Есть, мы его в хлам порвали. Так, я получаю рацию, я получаю батарейку. Окей. 14-й день. Ребят, напомню, нам нужно прожить 200 дней. И как ты понимаешь, поначалу все довольно легко и просто. Так, 3 минуты с половиной у нас еще в запасе на автострельбу. Я думаю, что можно нам, в принципе, отправить кого-то на экспедицию. Давай-ка, наверное, посмотрим. Оу, у нас была школа, был магазин, теперь заправка у нас с тобой появилась. Так, а если, например, нажму сюда? Эта функция доступна, когда у вас есть друзья, готовы к экспедиции. Ну, давай, например, я отправлю вот этого вот. Так, теперь можно нажать рацию. Ага, вот они мне что показывают. Ё-моё. Ничего себе тут. Так, ну ладно, давай отправим, наверное, его на заправочку, пускай идет. Оу, 17 минут будет он там шариться. Ладно, мы пока с тобой будем копить деньги. У нас уже 45 тысяч, остается совсем чуть-чуть. И мы с тобой построим первое здание. В данный момент они у меня, я так понимаю, живут в этой палатке. Везде консервные банки, разбросаны ящики с припасами. Все дела. Так, и хотелось бы, наверное, глянуть еще на журнал. Что-нибудь новенькое у нас там появилось или нет? Так, секундочку, где у нас журнальчик? Вот он. Так, день второй это мы читали. Шестой день читали. Восьмой день... Так, мы читали. 10-й день чувствительный к звукам это было у нас. И 13-й день тоже мы с вами читали. О, подожди-ка, в школу мы с тобой ходили, да? Экспедиция была у нас. В супермаркет мы с тобой ходили. Вот, журнал экспедиции. Неподалеку есть заправка. Раньше здесь продавалось топливо, но с началом апокалипсиса все баки быстро опустели. Многие пытались сбежать на машине, но большая часть транспорта застряла на дороге. Дороги превратились в кладбище автомобилей. Мне следует поискать запчасти машин. Вот так вот. То есть, интересно, у нас будет машина? Прикинь, если мы с тобой насобираем на тачку. Да нет, конечно же нет. Какая машина здесь может быть? Слушай, я до сих пор еще не тратил ни разу батарейку. Доступно при 100% или меньшем запасе энергии. Про какую именно энергию они мне сейчас говорят, я не понимаю. Так, ну что, ребятушки мои строчат. У нас остается буквально 3500, и мы с тобой приобретем уже здание. А как только купим здание, мы с тобой можем приобретать нового бойца в нашу компанию, да? Но он будет, наверное, стоить бешеных денег. Дай-ка я, наверное, немножко помогу. Как бы здесь заработать еще деньжат, а? Может быть, это что такое? А, бустер золота. Давай сделаем с тобой бустер золота. Насколько я помню, мы с тобой будем получать больше награды, да? После убийства зомбарей. Может быть, нам вызвать босса под эту дудочку. Так, а этот уже был ханорик, я его помню. Видели мы такого, да, с вами? Зомби. Ну и в данный момент, как ты понимаешь, я занимаюсь именно убийством зомбарей. Ух ты. Это что такое? Новенькое, друзья мои, что-то мы с вами. 15-й день выживания. Так, оценить игру. Нет, это будет все позже. Давай мы с тобой заберем здесь гемы. В журнале ничего новенького у нас с тобой не появилось. Ну-ка, листанем. Нет, ничего нового нету. Так, заберем здесь и посмотрим, что тут. Так, гаечный ключ. Скорость ремонта баррикад плюс 1%. Понял. Консервы. Повышает атаку дальнобойных бойцов на 1%. Это Том, Синди, Тейлор, Джек и Саманта. Ну, на 1% это тоже неплохо. А тем более в нашей ситуации. Что у нас тут? Еще мы можем с тобой, да, еще 8 гемов забираем. Итого у нас 29 штук. Последняя минутка идет моей автострельбы. И, как видишь, по деньгам у нас все хорошо складывается. Поэтому приобретаем с вами постройку.
Так, первый этаж завершен. Вот как оно все выглядит. Ну, по крайней мере, ребят, мы уже с вами не в какой-то палатке, а уже действительно полноценное здание. Хоть и маленькое. Что у нас здесь? Здесь что-то моргало. Но я не знаю что, ничего не показывается. Так, смотри, что у нас, друзья мои, доступно. Стал Джек, да? Стоит он 30 тысяч. Он с бумерангом. Я думаю, что стоит взять. Также у нас тут Вайлет. Она то ли с коктейлем Молотова, то ли еще с чем-то. Так, что у нее тут написано? Ничего не написано, просто К. Саманта у нас с ракетой. А, я так понимаю, у нее лук, да, и стрелы с боеголовками. Так, тот у нас с пистолетом. Ну, я думаю, что это пистолет крутой, потому что полляма он, извини меня, стоит. Ой, автострельба закончилась, и ты понимаешь, уже начинается прессинг. Значит, делаем с тобой вывод. Вывод, то, что мы продлеваем время, это первое. А второе, нам нужно заниматься уже как-то прокачкой. Ты понимаешь, что если бойцы у нас будут не вкачанные, да, то мы тут далеко с тобой не уйдем. А без этого быстренько придет фейл. Хоть у нас с тобой и забор первого уровня, естественно, его тоже нужно будет повышать. Я так понимаю, что здесь еще будут мины. А вот это что такое? Ускоряет скорость игры в два раза. Поехали. В два раза, ну да. Вот они идут быстрее. Но это лучше делать, когда у тебя есть автострельба. Иначе мы просто с тобой можем не справиться. И нас раздавят. Так, дружеский огонь я подключу. О, я даже так не успеваю, ты прикинь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ё-моё, друзья, я не успеваю. Просто-напросто, что делать будем? Как тут быть? Я никакого босса сейчас вызывать не собираюсь здесь. Единственное, что меня здесь, наверное, может спасти, это прокачка. Да, прокачка моего главного персонажа. Ну, сам понимаешь, иначе будет труба. Все. Видишь, как пошло все идеально, хорошо. Фу, и слава богу, отбились. Так, а я увлекся совсем не тем делом. На самом деле, надо... Так, что у нас тут такое? Опять гемы, что ли, хотят мне дать? Да, еще 6 штук. Пока в данный момент с гемами нет особых проблем. То есть нам пока на все хватает. А что вот это такое? Показывает таймер босса. Пш, зачем он мне нужен? Таймер босса, это, наверное, самое последнее, чего бы я хотел знать. Берем еще с тобой 6 гемов. Так, 5000 атак нажатием на экран. Да? Вот я кликаю. О, это до посинения надо кликать, чтобы заработать это, ну, этот рев. Фу ты, рева, достижение. Так, повысить уровень Джеймса до 40, это все понятно. Че, стрельба кончилась у меня, что ли? Точно. Продлеваем. Можно, конечно, это все продлевать за просмотр рекламы, но пока, я думаю, этого делать не стоит. Единственное, что я хочу сделать, это купить себе Джека. Надо накопить 30 тысяч. 30 тысяч голды, как бы это не так уж и много, в принципе, да? Ну и немало. Да, мы даже еще с тобой половину не набрали, нам нужно хотя бы 15 тысяч. Так, дружеский огонь пока в откате. А мы с тобой можем что-нибудь пока здесь полистать, посмотреть. Так, ремонт. О, госпиталь. Смотри-ка, он стоит 5 тысяч всего лишь. Давай купим. Госпиталь. Я так понимаю, это мои бойцы будут восстанавливать себе здоровье. Ну, по идее, так должно быть, да? Правда, ничего не расписали. Как ни странно. Так, необходим 5-й уровень госпиталя. Это генератор. Хм. Кстати, мы с тобой здание можем улучшать. И улучшение стоит не так дорого. Всего лишь 30... Ой, подожди. Я думал 30 тысяч. 30 миллионов стоит второй этаж. Офигеть, это дорого. Это очень дорого. 30 миллионов. Я тут пока даже миллиона не заработал себе. Так, консервы, сенсоры. Это все у нас с тобой есть, слава богу. Прокачкой заняться, что ли, моих персонажей? Или же все-таки... Наверное, все-таки придется заниматься прокачкой, друзья. Давай-ка мы с тобой, наверное... А, какая прокачка? Мы же хотели купить новых персонажей. Почему, кстати, не падает сундук, а? Где сундук с деньгами? Он должен меня уже, как говорится, навестить, но его нету. Джек, всего лишь 30 тысяч. Елки-палки, как это долго, а? Ладно. Придется зарабатывать финансы. Давай, наверное, поставим с тобой на автобой.
и вызовем босса. Опять этот чудик. Ну, мы его быстро с тобой снесли. Вау. Смотри-ка, какой-то будильник у нас с тобой появился. 16-й день нашего выживания. Так, забираем награду. А здесь у нас что за будильник мы такой подобрали с тобой? Используйте эту карту экспедиции, чтобы сократить ее длительность на 5 минут. Ну, ты понял, да? Если он сейчас в данный момент у меня идет 8 минут еще в экспедиции, мы можем с тобой быстренько сократить это дело. Так, подожди-ка, мне еще что-то тут. Ага, вот, еще 2 награды. Отлично. И как мне теперь сократить ему время? Например, я... Воу, сундук, друзья мои. Так, давай улучшим. Итого у нас вот 52 тысячи. Быстренько с тобой... Так, подожди, еще что ли могу что-то забрать здесь? Ну да, еще 6 гемов. Так, где мои бойцы? Дайте мне, пожалуйста, Джека. А может быть сразу Валет приобрести? Нет, слишком долго ждать, да? Поэтому Джек. Где он у нас? Вот он. Метает. Да, бумеранг возвращается. Это круто. Бумеранг имеет свойство вернуться обратно к нему. И это круто. Правда, он как-то метает не очень далеко, ты заметь. Максимум вот до сюда долетает у него бумеранг. В отличие от остальных бойцов, которые бьют на всю дистанцию экрана. Ладно. Так, мы с тобой еще забираем 7 гемов. Босс рвется в бой. Я смотрю, он хочет выйти. Но нужен ли он нам сейчас? Так, вот, автобой у нас с тобой закончился. Давай посмотрим, что у нас тут произойдет. Будем мы ли тут справляться? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну бумеранг крут на самом деле. Он наносит урон, когда летит вперед и когда возвращается. Слушай, мы с тобой справляемся и так. Так что все у нас отлично с тобой. Следующий герой, который у нас должен открыться, это будет Вайолет. Она стоит 80 тысяч. Недешево, я тебе скажу, да? Саманта, 200 тысяч, Тот. Я боюсь представить, сколько будут стоить следующие персонажи. Ха-ха-ха. Томми, Сьюзи, Рэй, ну вот я тут, например. А Джейк. Да, наверное, недешево, там за миллионы, наверняка. Так, ну что, будем переходить с тобой в следующий день. Если пока мы тут с тобой неплохо справляемся, давай, наверное, перейдем уже на следующий день. Где там у нас босс? Я его сейчас быстренько зачекрыжу. Вот так вот. Ага, опять у нас тут сенсор и радио. 17-й день. Нам бы сегодня до 20-го дня хотя бы дойти, было бы уже неплохо, да? Сейчас я хочу посмотреть, без моей помощи будут они справляться или нет. Слушай, буду справляться, если мы с тобой прокачаем нашего чувачка с бумерангом. Я думаю, что он будет имбой. А сколько он стоит по прокачке, если не секрет? Он 70 тысяч стоит. Тогда, я думаю, лучше нам купить с тобой Вайолет за 80 тысяч, да? И тогда все будет тип-топ. Блин, ну чувак с бумерангом действительно крут. Я тебе серьезно говорю, не преувеличивает. Так, давай, наверное, мы с тобой... Нет, нам нужна не скорость, нам нужна вот такая штука, да? И вот такая вот. Я надеюсь, сейчас деньги потекут рекой. Ну-ка, смотрим, сколько у нас там по финансам выходит. Так, деньги заберем. Блин, ну конечно, вот этот вот бонус на голду очень быстро заканчивается. Очень быстро. Нам всего лишь там минутку дали, да? Нет, 2 минуты. Так, ладно, уже 61 тысяча у нас в кармане есть. А сколько, интересно, зданий в этом домике можно построить? Я так думаю, наверное, 3 или 4. Так, уже опять босс рвется в бой. Вызываем его. Как раз под бонус сейчас, если он попадет, мы с него должны срубить неплохо бабла. Так, друзья мои, ну что же, продолжаем с вами играть в зомби-апокалипсис. Так, и что у нас здесь? О, наш паренек уже вернулся, ух ты. Гантелька. И 287 голды. Так, а что интересно за гантелька такая, а? Повышение атаки Тода и Кима на 1%. Вот оно даже как, да? Отлично, так, у нас с тобой 115 тысяч, поэтому мы себе позволим что? Ну, можем улучшить госпиталь, либо улучшить постройку. Ага, постройку улучшить, конечно. У нас 30 миллионов нужно здесь.
Тогда, может быть, госпиталь. Получим с тобой генератор. Если прокачаем до какого уровня? До 5, да? Ну-ка, давай посмотрим, сколько у нас тут. Так, 4 и 5. Так, друзья мои, генератор, что он делает? Пока непонятно. Где он хотя бы? Вот он находится. Слушай-ка, генератор случайно не дает ли нам защиту для забора? То есть, делая ее электричеством. Как ты думаешь? Ну-ка, давай-ка дружескую помощь с тобой сделаем. Пускай они тут бомбят. Так, готов босс выйти, да, получается. Давай, расстреливаем. Кто-то мне сказал: Рэй, если ты хочешь нормально играть в эту игру, установи себе кликер. Ну, чтобы мне не кликать вот так вот постоянно. А нажал, и он будет за тебя кликать. Ну, ребят, я как-то к этому не особо готов. Может быть, конечно, для фарма, представляешь, если я поставлю на ночь, да, на кликер, он будет у меня бомбить, сколько я заработаю бабла. Целую кучу. Кстати, смотри, у нас на генераторе 40 энергии. А вот как ее использовать, пока не знаю. Но знаю точно, что мы можем с тобой либо баррикаду улучшить, вполне даже. Давай-ка прокачаем. Так, она у нас уже 8, 9, 10 уровня. И что же? Ничего не меняется абсолютно. Вид, по крайней мере, как был деревянным, так он и остался. Так, для того, чтобы нам с тобой открыть вайолет, нам нужно 80 тысяч голды. 80 тысяч, да, недешево. Так, ну что, давай призовем, наверное, босса. Опять этот лохмандей идет. И какой у нас, по-твоему, будет день выживания? Нам до 20-го нужно дойти. Ух ты, книжка, что-то новенькое опять же. 18-й день. То есть еще 2 дня, и мы с тобой дойдем до 20-ки. Так, 10 гемов получили, уже неплохо. И здесь книга, вот она. Действие навыков братства продлевается на 1 секунду. Но, если честно, 1 секунда, хотя тоже, конечно, может сказаться. Каждая секунда здесь, как говорится, на счету. Но все-таки это копейки. Так, давай мы с тобой, наверное, вот это сделаем. И вот так. Пускай он бомбит на автомате, да? 2,5 минуты будет сейчас бомбить. Я хочу все-таки накопить 70 тысяч и приобрести себе нового выжившего. Я думаю, у нас это получится, да? А вот это что у нас? Ускоряет? Ага, мы еще и ускорим игру. Ну, чтобы все это быстрее шло. А, таймер я не буду делать. Давай, давай, зомби, идите быстрее. Мне нужны деньги. О, бегут, сломя голову. Смотри, я могу даже им немножко помочь. Таким вот образом. Еще один босс. Вызываем? Вызываем. Но опять этот халабуда идет. На тебе. Так, опять у нас сенсор и аптечка. 19-й день. А мы с тобой должны дойти до 20-го. Кстати, мы можем же экспедицию отправить, верно? Но я думаю, пока не стоит. Потому что у нас каждый боец на счету. Если мы кого-то отправим, я боюсь, мы с тобой не справимся. Просто-напросто здесь нас раздавят. Давай-давай-давай, расстреливаем этих олухов. Ух ты, 141 тысяча, что я тут жду-то? Конечно же, мы приобретаем с тобой Вайолет. А можем, кстати, дождаться и Саманты. Как думаешь, успеем накопить 200 тысяч на Саманту? Слушай, это, наверное, будет очень долго. Хотя, если вызовем босса сейчас. Ох ты, смотри, смотри, какой чувак с рюкзачком, все дела. А вот, ребята, и деньги. Кстати, что это такое? Одна. Это, видимо, мы с тобой улучшаем, повышаем количество зарабатываемых денег, мне кажется, да? Ну-ка глянем. Так, во-первых, нам нужно забрать награды. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно посмотреть. Самоуничтожение доступно на 20-й день. Сбросьте игру и начните с первого дня. Спасибо большое, я не хочу этого делать. Ребят, по-моему, нас тут сейчас будут давить. Ты посмотри, я не успел ничего сделать. Срочно покупаем с тобой выжившего. Вот, Саманта. Где она? Где она? Вон она. А что она не стреляет? Бумс. Слушай, она стреляет, но очень-очень редко. Фига себе, она бросает, смотри, ракету. И она взрывается потом. Слушай, классно. Но вопрос в другом. Буду ли я справляться без автобоя? Он сейчас закончится у нас буквально через 10 секунд. И мы с тобой глянем, как это все будет выглядеть.
Босса я пока вызывать не хочу. Я думаю, этого не надо делать. А вот прокачать, кстати, 70 тысяч у нас уже есть, поэтому я могу, наверное, еще одного выжившего себе приобрести. И это у нас будет... А, нет, нужно 80. Сейчас мы соберем деньги. Вайолет возьмем с тобой. По-моему, она у нас все-таки с коктейлем Молотова, да? Сейчас совсем чуть-чуть осталось. Вот, берем. Ну-ка, да, друзья мои. Вот она у нас стоит и бросает коктейль Молотова. Кстати, он горит. Ну-ка. Вау. Слушай, ну таким образом мы с тобой будем справляться. Что? Что это такое? Погоди, погоди, погоди. Что-то новенькое. Такого же не было, никаких суперволн. Зашибись просто-напросто, а? Блин, прикольно бомбят, смотри. Земля еще горит. Этот еще с бумерангом нам помогает. Кстати, надо сейчас сделать, знаешь что? Прокачать нам чувачка с бумерангом, мне кажется, да? От него эффект, ну, крутой на самом деле. Ага, 70 тысяч улучшений стоит. Да что ж ты будешь делать-то? Зомби-вейв. Раньше такого не было. Сейчас что-то у нас, какая-то новинка появилась. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы сегодня с тобой добились, чего хотели. Мы дошли до 20-й волны. Приобрели новых персонажей. Причем сегодня мы 3 штуки с бумерангом, с коктейлем Молотова и с луком, который бросает снаряды. Да? Бомбы типа того. Обязательно с вами продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.